Вечер национальной музыки прошел в стенах областной филармонии. Концерт проходит в рамках программы «Рухани Жангыру» – возрождение культурного наследия казахского народа. Именитые артисты региона продемонстрировали публике мастерство владения национальным инструментом домбра. На протяжении 3 часов со сцены звучали легендарные кюи. Зрители не остались равнодушными. Это великое наследие нашего народа. Оставили его наши предки. Сегодня наши артисты исполнили вековые произведения, и отрадно, что зрители знают и подпевают.